Навязывание дополнительных услуг при покупке полиса ОСАГО в последнее время стало весьма распространенным явлением. Столкнулся с такой проблемой и житель нашего города. Он обратился к нам за помощью. Компания «Росгострах», здравствуйте. Здравствуйте, я хотел бы ОСАГО оформить у вас. У меня машину мы только недавно купили, на регистрацию еще не поставили. Это возможно, да, будет? Могу вам примерно посчитать, сколько будет. И сколько примерно будет стоить? Примерно 7500. Антон Егоров позвонил уже во многие страховые компании, и практически во всех ему навязывали дополнительные услуги или утверждали, что у них закончились полисы ОСАГО. Если он отказывался от дополнительных услуг, то предлагали писать заявление и ждать порядка 30 дней. Хотя по закону страховые компании не имеют права этого делать. Я посидел, посчитал сумму через компьютер, через базу РСА, ввел свои данные и данные транспортного средства. И сумма была у меня около 4000. На самом деле мне рассчитали сейчас на 7000 рублей. Я поинтересовался, почему такую сумму большую насчитали. Мне сказали, что нужно страхование жизни. При навязывании дополнительных услуг можно обратиться с заявлением в прокуратуру. Важно, чтобы у гражданина были доказательства, подтверждающие факт навязывания. Лучше, если есть свидетели и видео-аудиозаписи разговоров. В прокуратуре нам сообщили, что подобных обращений у них немало. В настоящее время действующим законодательством предусмотрена административная ответственность должностных лиц за необоснованный отказ в заключение публичного договора страхования и навязывание дополнительных услуг в связи с этим в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Данная административная ответственность введена лишь с сентября месяца 2014 года. В отношении одной из страховых компаний уже было вынесено предписание прекратить нарушение антимонопольного законодательства, которое выразилось в навязывании дополнительных договоров. Однако компания до сих пор не исполнила решение суда. Управлением Федеральной антимонопольной службы возбуждено административное дело. Что делать, если договор с дополнительными услугами страхования все-таки заключен, нам рассказали в УФАС по Чувашии. Первоначально необходимо обратиться непосредственно в само общество с просьбой возвратить излишне уплаченные денежные средства по страхованию имущества. Желательно направить в адрес общества заказное письмо с уведомлением, для того, чтобы оставался квиточек у заявителя, для того, чтобы в последующем заявитель мог обратиться к нам, приложить все необходимые документы о том, что он фактически обращался в общество. Я бы хотела призвать заявителей для того, чтобы они все-таки к нам обращались, для того, чтобы мы в последующем имели возможность отслеживать исполнение нашего предписания. Ведь поскольку без оснований того, что у нас предписание не исполняется, мы также не сможем привлечь их к ответственности.